Немного бытового мусора, немного строительного мусора. К сожалению, люди не очень ответственно, совестно относятся к окружающей среде, к природе и вот выбрасывают куда пришлось, куда им удобно. Покрышки и пластмассовые бутылки. Такие виды каждый день наблюдает Алексей по пути на работу. Зимой мусор был не так заметен, однако снег растаял и старые болячки показались наружу. Очень много мусора здесь выбрасывается. И в то же время городу не хватает, особенно новому району индустриальному, не хватает зеленых территорий. А эта территория как раз была забронирована под парк. И по кадастровой карте она имеет назначение соответствующее. Проблема людей, которые не доносят мусор до урны, лишь одна из списка. Другая проблема – это вывоз снега. Организации сюда его доставляют на машинах, а потом просто скидывают на землю. В итоге оползень разрастается, потому что снег тает, и, соответственно, талые воды все это размывают. Яркий пример тому – вот эта вот дыра. Еще месяц назад ее не было. Так выглядел пустырь в начале марта. Черно-белые горы и следы от протекторов шин грузовиков. Этой зимой в городе действовало 8 официальных мест для отвала снега. Пустыря за Европой в этом списке не значится. Тем не менее, уже который год снег с барнаульских улиц свозят и сюда тоже. Местным активистам давно не нравится, что такую потенциально популярную территорию превращают в свалку. А экологи и вовсе уверены, что хранить так подобные отходы – это нарушение. Вещества, которые содержатся в снеге, там, например, да, которые добавляют у нас антигололедные реагенты, они в основном второго-третьего класса опасности вещества. Эти вещества, соли, они, соответственно, все это и разъедают, сжигают растительность, верхний слой плодородной почвы. Хотя за годы на Большом пустыре разрослись деревья, кустарники. Весной появляется собственный водоем, куда прилетают утки и иногда разводят здесь потомство. Активисты и общественники района в прошлом году решили взять в свои руки благоустройство территории, на которой должен появиться парк. Да, с теми, кто валит сюда снег, жителям не разобраться. Но привести в порядок участок после зимы вполне по силам. Первый в этом году субботник они наметили на апрель. Привлекли переработчиков мусора. Нужно будет нам отделить стекло и металл отдельно. Они заберут его на переработку. И также договорились с переработчиками, они заберут покрышки. Остальной мусор на свалку отвезет администрация индустриального района. Кстати, она же выделит пакеты. А вот перчатки лучше захватить свои. Субботник пройдет 22 апреля в 14 часов. Активисты ждут всех желающих, особенно жителей индустриального района. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком.